Сегодня высокие окна, широкие. И наши чистики вместе с нами. Так что, внимание, мы начинаем. Мы решили сегодня провести такую нашу одесскую олимпиаду по мытью окон. У нас будет две команды. Да. Команда номер один – Лилиана с чистиками. Да, приветствую. Опыт работы у нее огромный, но больше теории, чем у второго нашего конкурсанта Татьяны, которая тоже выступает в команде с чистиками. Да. У нее 13 лет практического опыта мытья окон. Ну что, девочки, начинаем? Начинаем. Итак, следите. Что у нас в руках? У нас есть экспрессы, шарнир и вода. В воде хочу, чтобы все обратили внимание, и на дне этот телефон тоже, чтобы все увидели, что это вода без всяких там добавок, химии, моющего и так далее. Вот я начинаю с рукавички. Почему? Потому что я хочу сейчас помыть вот эту часть окна. Вот посмотрите, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы видели, что здесь очень грязно. Очень, тут ведерко, осторожно. Очень-очень-очень грязно. Поэтому я начинаю с рукавички. Именно не с самого экспресса, а с рукавицы, которая, за что мне нравится очень, она вот таким образом поглощает грязь, но не размазывает ее. И сегодня еще особая тема – это пластик. Потому что пластик, я знаю, какое количество химии берут мойщики окон, кто моет окна на пластик, здесь этого ничего не так, для прикола. Ага. Ляночка тоже, пока я разговариваю, время не зря. А Ляночка вообще-то может разговаривать и работать. Ляночка уже с кем-то там флиртует через окно. Да, ну а что, есть возможность, понимаешь ли. Как вон у мусульманских женщин. Как они замуж выходят? На балконе там окошко мыло и замуж вышла. Да? Да. Ого, здесь у нас акробатические трюки. Вам нужно это увидеть. Быстренько. Лилиана не умеет разговаривать. Легким движением руки. Ой-ой. Так, все, наружное окно, еще чуть-чуть. Или вот так можно, таким. Да, а я мою вот так, так как я не люблю высоты, вылазить я не собираюсь. Я тоже могу стоя. Поэтому я буду быть вот так, и даже без лестницы. Я сначала размыла все загрязнение, которое здесь есть, нашей белой тканью, шубкой. А потом вот взяла, немножечко сейчас сделаю уголочек. Сейчас. И будем собирать. Вот так вот. Раз. И обязательно с любимым протиранием. Заодно хорошая зарядка. Вот. Вот. Так что, друзья, кому невероятно, добро пожаловать. Окон много. Посоревнуемся. Возьмете свои чистики, или если у вас их нет, то я вам их предложу попробовать. И будем, и вот даже вот здесь мы вот так вот достаем. Так, значит, интересно, что, я думаю, всем понравится, что влагу мы не дотираем, но только разве что вот-вот. Вот у нас тут такая вот грязючка. Видите, я даже ее грязной рукавичкой очищаю.
Вот я хочу вот, вот эти полоски, которые преследуют нас везде и всюду, тоже почистить. Окунаю рукавичку я вот так вот, водичку. Хорошо отжимаю. И еще раз собираю. Все вот эти части, кстати, люблю. Вот это вот, вот-вот-вот, можно посмотреть даже вот вовнутрь, как заходит. Видите разница? Вот и вот. Все. Помыли и обязательно с эмбимом сушим. Если не просушим с эмбимом, все будет в разводах. Теперь дальше. Что уже, чистое окно? Все, чистое окно. Еще вот с этой стороны. Я с той помыла, с внешней. И опять же наша шубка. Шубку снимаем, потому что здесь она мне немножко будет мешать. Делаем угол. Чуть-чуть вот так вот перевожу я. И буду сейчас собирать. Можно по-разному. Можно вот так. А как лучше? Горизонтально или вертикально? Ну, мне кажется, что как удобно. Потому что... Вот сейчас вот это окошко мы только совсем соберем вот сюда. Вот так. И о, вот так будет очень удобно. Вот тут все собираем, все моем, все чистим. И с эмбимом, и с эмбимом отбираем. Вот обязательно вот так. Смотри, хорошо, что наши чистики за счет ворсинки заходят в любую щель, в любое углубление, везде как пипеточка на себя собирают всю грязь из каждого уголочка. То есть не нужно каких-то подручных средств использовать. Какие-то зачистки, щеточки, зубные, еще что-то. Видите, вот из каждого уголочка отовсюду все на себя собрала. Одна ткань собрала. Второй просушили. Все. Равно специально. Как у вас дела? У нас? Я еще не поняла. Но окна я любить, я мыть люблю. Потому что мне нравится, когда смотришь на окно, солнце светит, и ничего тебе не мешает, твоему взору. Я терпеть не могу капельки вот эти, которые после дождя. Особенно, когда солнечная сторона, конечно, это очень неприятно. Вот эти части все тоже очень удобно. Прямо вот этой шубкой, вот, которая за зиму, а здесь окна не мылись ровно год. И... Сторона такая, конечно, здесь пыли, загрязнения много. Нам вот тут раз... даже мужчины пишут в эфир, что они тоже хотят помыть окна у себя. Да? Так что, когда? Они хотят у нас помыть? Или у себя? У себя. У себя? А спроси, у них есть чистики? У вас есть чистики? У вас есть чем мыть? Вот, кстати, надо было увидеть, что вот с этой стороны, несмотря что окно именно с этой стороны, но здесь так было видно, что оно очень грязное.
вот эти вот части, вот эти, они тоже сейчас будут хорошо видны. Сейчас мы еще их протрем. Вот, я думаю, отлично видно, как легко, быстро, ни единого потека, вообще ничего нет. Сейчас мы еще возьмем лестницу, либо табуреточку, мне нужно там загрязнение пособирать на пластик. И каждым разом просушивать санбимом не нужно. Когда идешь сверху вниз, за каждым разом обязательно нужно просушить санбимом каучук, чтобы не дало потом капельку воды и потека не было. Итак, мне этот способ поперек больше нравится. Вот этот хлёст мы просто собираем. Так быстрее, когда рядышком стоишь. Так. И краешек мы просто убираем водичку с анбилом. Они какие-то там резинки. Просто мгновенно, быстро, легко, без пропусков. И можно соревнования устраивать все время. Потому что экспресс тебя не подведет. Он все идеально переносит. И конкретно уже на верхнюю часть. Сначала я загрязнение размываю. Вот я размыла. Так. Потом я делаю уголок. Закрепляю его и собираю каучуком. Раз. Видите, как красиво. Сейчас мы. Два. Три. То есть каучуком вы просто дотрагиваетесь и тянете на стену. Многие вот любят именно вручную достать. Так. Вот я опять делаю уголок. Я помыла половинку. Теперь буду домывать. И обязательно с анимом вот эту вот часть я протираю. Два. Три. Четыре. Я немножко подотру влагу, которая лежит на этих полочках. Я беру большой санбим для мойки автомобиля. И буду... я сейчас сделаю прямой угол. И вот так вот буду собирать. Так. И вот. Теперь вот эту часть все мы будем протирать санбимом, которая вот тут вот на полочках лежит. Все. Можно... Все закончилось. Все? Ну, у меня тоже все готово. Все там готово. Но у нас еще есть вот что. Точно. Смотрим работу. У нас еще продолжение. А, еще есть бонус. Да. Окно все. Окно закончено. Пластик. Можно посмотреть внутри и снаружи. Все чистенько. Уголочек. И сейчас вот можно смотреть, друзья, вот смотрите. Что вы делаете вот с этими частями? Вы представляете, через всю квартиру вот эту пыль, мы несем, ставим в душевую, либо в ванную. А здесь я собираю, это, конечно, ужас, то, что вы сейчас увидите, потому что не снималось оно год. Мы его на зиму не снимаем, оно остается на окнах. Вот. Просто собираем. Дальше, если нужна будет вода, у меня много. Хорошо.
ополаскиваю. Если вы заметили, что каждый раз, когда я ополаскиваю, ткань становится опять, может быть, не такой белоснежной, как после мыла, но она становится чистой. Вот эти все части я очищаю. Так. Видите, какая резючка. Не то слово. Не то слово, это правда. Мы потом, я в конце. Вот, видите, какая резюка. Просто резюка. Посмотрите. Давай. Немножечко посушим. Так. И с другой стороны. Так, сейчас я немножко отставляю. Ой, какая красота. Вот такие окна. Вот такое окно. Ну, я думаю, что в таком количестве воды ни один человек и не сможет вымыть окно. Я думаю, все видят, насколько грязные окна. То есть мы не просто показываем какие-то слегка загрязненные поверхности. Это очень важно, друзья. Мы вам показываем реально очень. Вот обратите внимание, друзья. Только сейчас не падайте в обморок, пожалуйста. Только не сразу. А потихонечку. После эфира. Можно аплодировать, кстати. А еще лучше стоя. Ну что, как вам наши чудеса? И я не тру, я не напрягаю пальцы. Я делаю это легко и просто. Друзья, ну что, встречаем Пасху с чистыми окнами или как? Или будете химией мыть? Как вы будете мыть свои окна, скажите? Или будете занавешивать их шторками, чтобы не видеть, что там происходит? А еще очень интересный для вас момент, который вам очень понравится, что вот этой штуки больше 15 лет. И что купила она, ну, помимо того, что ваше здоровье, потому что химии никакой я здесь не дышу, и запаха нет никакого, кроме воды. А купила она себя во много раз и уже много раз. Потому что никакой химии, ничего я не покупаю. Все, вот я опять же на уголочке, видите, как просто, посмотрите. Вот так вот раз, и обязательно с энзимом собираем влагу. Вот так вот два, собираем влагу. Три, собираем влагу. Окно. Только водой, никакой химии. И не одевая униформу, не одевая какие-то там приспособления в одежде. Так. Вот, пожалуйста, у меня еще много таких, видите, раз и все чисто. Начали с окон, потом пошли швы. Да, потом пошли швы. Как ой, это бы еще снять, конечно, как фото. Вот эту часть. Это я сделала бонус, потому что у Тани окно более большое. А я себе взяла, как ответственный товарищ. Окно с решеткой. Да. Я себе взяла вот такое грязное окно. Можешь с этой стороны обойти, чтобы было видно, что оно очень грязное. Ты можешь придержать его немножечко? Сейчас просто покажу, какое оно грязное.
такое, оно очень грязное. Оно очень грязное, да, вот прям совсем грязное. Ну, никто же не скажет, я думаю, что мы моим чистые окна. И рассказываем, ну, как вот это внутри будет. Обязательно на ручке есть какое-то загрязнение. Ну и она видно под рукой, как она становится беленькой-беленькой. Все. Так. Но это еще не все. Во-первых, я хочу, чтобы вы посмотрели на это стеклышко. Я вот опять же люблю, что делать. Видите, вот эти изгибы. Вот. Просто наблюдайте. Смотрите. Вам видно? Очень просто. Все, прошлись и второй просушили. Все, а теперь посмотрите, если кто-то запомнил, какое вот стань здесь, какое было стекло до этого, я думаю, что он сейчас все поймет. Только сложно, а ну-ка. Почти зеркало. Очень грязный. Ну, вот мы берем. И здесь важный момент. У меня просьба. Никакими пальцами ничего не шуруем. Никуда не вдавливаем. Просто аккуратненько ведем. Все. Аккуратно ведем. И вот так вот очищаем. Ну что, как я? Победитель всех соревнований. Это удобно очень делать насадкой. Мне нравится больше насадка, потому что она очень толстая. И она легко это делает. И ваши пальцы здесь никак не участвуют. Вы просто единственно ставите ее ребром и вот так вот очищаете. Без мыла, без химии. Без щеток. Да, нужно уделить время. Я не спорю. Это обязательно. Но тем не менее, вы же видите, я делаю сколько? Два движения. Два движения, оно все очищается. Вот можно сравнить вот эту часть и часть дальше. Так что, друзья, голосуйте за то, презрительских симпатий. Кто сегодня получил? Чистота. Лиана. Кто хочет прийти попробовать, пожалуйста, мы вас приглашаем. У нас, видите, есть какой еще грязный кусочек. Вот. Оставляем специально для вас. За что люблю нашу швабру. Просто вы себя проходите. Очень важный момент, что вы не наклоняетесь, что вы не подстраиваетесь под нее. А вот так вот все очищаете. Так вот мы все моем. Наши белые швы через плитку просто бьют все. Глаза. Оператора загнали в угол. Выходи отсюда, вот сюда. Все. Ну вот, друзья, вот и все, что у нас работало. Рычаг, телескоп. Это телескоп, я его могу выдвинуть на любую длину. Мойка на ручке, которую мы с той стороны. Можно посмотреть наши окна. Вот можно посмотреть это окно. Это окно. Проходи еще. Это окно. И как разницу у нас не мытое окно. Вот, я не знаю, насколько вам там видно. Надеюсь, что видно. Вот эта часть и вот эта часть. Все, для этого вам нужен экспресс. Рукавичка белая для того, чтобы мыть пластик. Сабин, шарнир и рычаг. Все, у нас все чисто. А у вас? У вас чистые окна? Вы уже начали мыть окна? Подумайте об этом. И продолжение следует. И уже завтра. Так что готовьтесь и смотрите нас. Мы вас еще повеселим.